В Челябинске бесправник управлял машиной с перебитыми номерами. Мужчину, собравшего комбо административных правонарушений, остановили на северо-западе. Сотрудники госавтоинспекции Челябинска задержали подозрительное авто на улице братьев Кашириных. За рулем «Тойоты» был 32-летний мужчина. Причем без прав, а на самом автомобиле были установлены подложные государственные регистрационные знаки. Иномарку досмотрели, и действующие государственные регистрационные знаки обнаружились в багажнике. Ехал по братьев Кашириных, остановили сотрудники ДПС. Машину не успел переоформить, поставить на учет на себя, об этом раскаиваюсь. Больше такого не будет. Возбуждено дело об административном правонарушении, а именно управление транспортом с заведомо подложными государственными регистрационными знаками. Водитель привлечен к ответственности по части 1 статьи 12.7. Это управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством. Кроме того, при проверке машины по базам учета установлено, что иномарка уже попадала в поле зрения комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Но поскольку на автомобиле были установлены номера, водитель уходил от ответственности. Сотрудники госавтоинспекции города Челябинска через систему автоматической фото-видеофиксации вычисляют в транспортном потоке транспорт с подложными государственными регистрационными знаками. Данная работа проводится на постоянной основе. В очередной раз мы предупреждаем водителей о том, что за управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками влечет лишение права управления транспортными средствами. Сколько еще водителей катаются по городу с поддельными госномерами, покажет время. Комплекс, который вычисляет такие машины, уже вовсю работает.